Ну что ж, ребят, всем привет, с вами снова Дмитриевич, продолжаем сюжетку, и у нас сегодня мега жесть будет. Это третье ограбление, как я посчитал, и мы сегодня будем с вами нападать на инкассаторов и попытаться уйти оттуда. Задание, как я помню, было не очень тяжелым, конечно, с читами, когда я играл. Поэтому посмотрим, что получится, так сказать, на честной основе. Играю я на лицензионную GTA, которую я когда-то купил в Steam. Кстати, без видео я нашел тачку для отхода. Такую же, какая у меня была в начале GTA Online, когда я вернулся в игру. И не забывайте, ребята, что мне нужна ваша поддержка, потому что вы, наверное, заметили, что GTA Online стало редко выходить. В кооперативе я стал играть мало. Зомби-сериал закончился раньше, чем я вообще планировал. Строительства почти нету, потому что, опять же, я был немного удручен статистикой и аналитикой на YouTube по этому плейлисту. Поэтому, ребята, были времена, когда видео выходили каждый день, но теперь они каждый день не выходят в связи с тем, что падают показатели и падает мой интерес к съемке. Это вот если по чесноку говорить. Сколько бы сейчас известных авторов загнулось бы, если бы их не поддерживали? Задумайтесь. Кому не безразлично, несложно поставить лайк там, черкануть пару строк, ну и быть подписанным, само собой. Ладно, давайте не будем эту тему развивать. В принципе, и так все всем понятно. Так, поехали. Прошлое видео, кстати, каким-то маленьким было. Я, конечно, вырезал оттуда 10 минут вот этих всех путешествий. Но все равно оно какое-то... Надо было и тачку украсть на видео и спрятать ее. Я, кстати, за Фрэнка это все сделал. Ну, тачка, не сказать, что прям скоростная, ну, нормально. И не медленная, и не быстрая. Так, пойдет. Так, мы доехали, ребят. Давайте посмотрим, как это все будет происходить. Ну, задание это я знаю, какое было. Это уже вот они, наши машинки, которые мы украли. Надо было просто немножечко подождать. Так, сейчас все должны разобрать свои тачки. Кто на чем поедет. Привет. Ну, что, как тебе? Он тут. Значит, работаем, да? А мы снова рискуем жизнью, чтобы ограбить каких-то гребаных убийц. Так, ладно, привет. Ну, слушайте, план такой. Так, Тревор, да? Ты должен дежурить здесь, ладно, быть на стреме. Когда подъедет бронемобиль, подай сигнал. Ага, ладно, я буду тут. В мусоровозе некоторые заблокируют дорогу. Фрэнк, ты в переулке на эвакуаторе. Да. Надеюсь, они остановятся прямо перед тобой. Если это будет не так, то посмотрим что-нибудь. Бам! Короче, взрываем задние эти дверки, достаем деньги и уходим. И мы это все отвозим ФБРовцам. Да, ну я не против, либо самому не оказаться под обстрелом. Ну, если что начнется, там посмотрим, разберемся. Так, гляди в оба, понял, да? А рисковать будем мы. Так, нормально? Твою мать, чувак, это же пиздец. А, хорошо. Уже плюс то, что мы все сделали как надо. Давайте маски, костюмы, одевайтесь. Не стесняйтесь моих голых старых бедер. Так, настоящий профессионал. Так, ну-ка. Ребята. Хоба! Мэн. Да, детка. Ну что, попробуем. Так, все. Ах, так, я еду на мусоровозе, да? Ну, нормально. Потому что я помню, сколько там копов было. Я не знаю, правда, я тогда плохо играл. Ой. Чувак, зря ты под колеса вылез. Ну, посмотрим, что получится. По крайней мере, я думаю, это легче, чем ограбление банка там в Палето Б или где мы там будем грабить-то, где с шестистволкой Тревор будет. Ой, блядь, не туда еду. Блин, какой он неповоротливый, я еще в прошлый раз об этом говорил. Так, ну, в общем, нам надо будет сейчас ждать, да? Сейчас я должен остановиться тут. Ну, попробуем, ребят. Я думаю, получится. Может, не с первого раза там. Может, с первого хрена. Так, ну-ка, поищем. Так, я сам должен искать, что ли? Нет, я сейчас не управляю. А, вон он. Вон они, инкассаторы. Майкл, поторопись, блядь. Так, ну чё, мне теперь надо ехать, да? Дави на газ. Так, главное все успеть сделать. Быстро взорвать эти.
Так, а, развернуть надо, чтоб он перегородил дорогу. Ладно, я попробую. Ага, вон инкассаторы едут. Ну, посмотрим, в общем. А, да, сейчас будет этот эпик. Давай. А можно вид поменять? Мне не нравится такой вид. На, блин. Ну это катсцена уже. Как-то не очень натурально все разлетелось, но тем не менее. Так, ну что, начинаем, что ли, да? Так, бомба-липучка, да, мне нужна. Так. О! Начинается писец. Да умирайте же. Чё вы так умираете долго? Так, ну что, деньги-то забрали, да, уже? Так, понятно. Теперь у нас будет, короче, мега-жесть, да, я так понимаю. Давайте теперь просто стрелять. И все. Я знаю, что здесь есть ачивка, если попадать в голову. Фу, жесть. Так, понятно. Мне теперь надо очень быстро переключаться за разных ребят, да? Попробуйте применить спецспособность Майкла. Давай. Так, ну спецспособность мы вроде как применили, да? Так, давайте смотреть. Тут есть во что пострелять такое, чтобы взорвалось? Ох ты, ни хрена себе! Вы чё, ребята? Ах, так, ребята, идут спецназовцы, да, где-то здесь? Так, кидаем им гранату одну. Может быть, поможет. Нате еще одну. Так, где эти спецназеры-то все? На, блядь, сука, на, сука. Да что ты так долго-то все это делаешь-то? Ой, а жизни-то... Ёперный театр. Так долго нам надо здесь вообще торчать-то, так, если задуматься-то? Так, давайте немного спустимся, может быть. А то их тут как-то много. Нам нужно перебить какое-то количество копов, чтобы начать уходить, да? Ну, как я это вижу, по крайней мере. Так, а давай это. Блин, да что ты? Давай. Так, я пока особо никого тут не вижу. О, там кто-то с РПГ хреначит, что ли? Это Тревор, наверное, да? Так, у меня патроны кончились, да, я так понимаю? Подожди, подожди. Так, хорошо. Хорошо. Так, на гранату. На еще одну. Так, стреляем. Главное не это, как... О, там кто-то бросается чем-то. Это Тревор, наверняка. Кто еще? Кто еще может? Теперь мне нужен Тревор, да, я так понимаю. А Тревор что у нас со снайперкой хуярит? Так. Так, хорошо. Кто еще есть? А, вон. На. Так, упади. Упади. Так, кто еще? Долго нам здесь торчать-то вообще, нет? Так, займись ими. А, вот, напротив, ребята. Так. Так, хорошо. Все? Нет никого больше. Да вроде не видно никого больше на крыше. А, вон еще вижу. Вон еще. Так, давай гранату туда бросим одну. Я думаю, не помешает парочку гранат. Ха-ха. Так, у меня, по-моему, кто-то умирает, да? Я так понимаю. Так, подождите, надо, наверное, сменить оружие, мне кажется. Так, давай, убиваем вертухан. Да можно и без снайперской, я его и так убью. О, норм. Норм, неплохо. Так, что у нас тут еще есть? Давайте еще постреляем. Так, вон бежит крендель. Куда ты бежишь, падла?
Я завалил этого копа. Да я вижу, в принципе. Вон еще там, по-моему, кто-то. А, это наш, что ли? Не надо было нам мешать. Так, все, походу, нам теперь отходить надо. Так, сядьте в мусоровоз. Сейчас нам надо доехать будет до места. Так, походу, ребята у нас отходят отдельно. Потому что я не вижу, чтобы кто-то здесь еще отходил. Так, ну бойню мы вроде пережили. Так, с горе пополам. Лоханулся я пару раз. Но, тем не менее, мы это сделали. Так что я не думаю, что... Блин, 2,5 километра. Ёперный театр. Ну, это я сам виноват. Надо было ближе тачку оставлять. А я ее оставил в центре города. Конечно, куда теперь? В принципе, немного. Я надеюсь, что-нибудь нам за это заплатят. Потому что мне нужны, в принципе, для Фрэнка деньги. Нужны для Тревора деньги, чтобы купить... Фрэнку надо будет купить этот, как его, таксопарк. Тревору надо аэропорт купить, а денег вроде как и не хватает, да. Кстати, хочу заметить, что нас не очень-то сильно и пробивали, хотя мы без броников. Потому что, когда играешь в GTA Online, там сильно пробивают очень. То есть, если ты не одет в этот в прыжковый костюм, в этот в штурмовой, то тебя очень сильно пробивают. Так, сейчас вы увидите, какую я тачку нашел. Кстати, у меня розыска нету, заметьте. Так, хорошо. Так, мне не сюда. Вот тут где-то была тачка моя. Я помню, ее здесь где-то оставлял. Так, здоровяк, посторонись. Так, вот сюда мне надо, по-моему. Вот она, тачка, которую я взял. Так, выйдите из мусоровоза. Уничтожьте мусоровоз. Подождите. Ну ладно. А я не взорву свою-то машину этим делом-то. Так. Садись в транспортное средство. Да без проблем, мэн. Чуть-чуть покоцал, кстати. Но, по-моему, не критично. Уедьте подальше от мусоровоза. Хорошо. Ну, я поеду в ту же сторону, наверное, где я был. Потому что, мне кажется, это будет лучший вариант. Если я поеду туда, откуда я приехал вообще изначально. Кстати, быстрая тачка. Зря я так говорил-то. Так, Майкл. Так, все в порядке, да, чувак, с мусоровозом я разобрался. Буду держать тебя в курсе. Так, а это все, что ли? Подождите, это не может быть все. Так легко мы уйти должны были, что ли? Почему-то у меня в мозгу, ребята, было то, что мы должны еще как-то скрыться оттуда. Может, я путаюсь с другим ограблением. Но это хорошо, что мне хоть каждого из них не надо вытаскивать, потому что... Каждого вытаскивать, это было бы, конечно, писец. У меня посылка для Девина. Пошли. Нига такой, как из этого, из сериала «Агенты Щита». Да я тебе говорю, что мне плевать. Ха-ха. Вот так, вот так. Вот он, Mortal Kombat X Mobile, блин. Девин Уэтсон. Да я тебя помню, Гандон. Детектив на полставки. Да не трогайте его. Постой, мэн. Братан, у меня для тебя дело. 5 супертачек. А вот это задание с супертачками. Жирный куш, бро. Супер. Я знаю, кому это может помочь. Не-не-не-не. Мне нужен именно ты. Твоя команда профессионала, блядь. А мне плевать, хренасос. Похоже, насчет тебя я просчитался. А что тут просчитался? Скажи. Ну что, футбол там в одном спортивном клубе играли. Могу поручиться за тебя только я. Мне нравится сидеть на диване и смотреть телек. Ну вот, хочешь, веду тебя с Соломоном Ричардсом? О, да ну нафиг ты гонишь, Соломоном кинопродюсер? Он решил отойти от дела, а я собираюсь финансировать его студию. Я свяжусь с ним, как только ты замутишь тачки. Ну ладно. Надо же, Соломон Ричардс. Охренеть. Это почти как Квентин Тарантино. О, счастливо, мальчики. Ачивку в Стиме мы получили. Я очень люблю получать ачивки, потому что у меня никогда не было лицензионных игр, которые я бы мог купить. Мне нравится это дело. А чё, как Майкл? Привет, чувак. У меня для тебя перспективное предложение. Один знакомый Дэйва... Знакомый агент ФБР, ты что, шутишь, что ли? Ну нахер его. Спокойно, парень, работаем сам на себя. Набит баблом под завязку. Можем встретиться с ним. Ну ладно, поглядим. Мы с Тревором тоже участвуем.
Я серьезно, это хороший шанс заработать бабла. Такое встречается редко. Так, ну все, ребята, в принципе. Я не знаю, как это было долго, как это было, может быть, быстро. Ну, в общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео, как говорится. Посмотрим, что там за задание. У нас, смотрите, много очень всего. До новых встреч, ребятки. Увидимся. Пока.